Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в такую игрушку, как Royal Wars, это стратегия. Что ж, смотрите, уже версия 1.8, то есть уже полноценная. Давайте попробуем немножко ее изучить. Ух ты, птички поют. Добро пожаловать в Royal Wars, приветствую тебя, игрок. Мы рады, что ты пришел к нам на помощь. Для того, чтобы построить город, Елена расскажет тебе, что нужно сделать. Давайте послушаем Елену. Такая вот заставочка. Довольно-таки милая. Ух ты. Я помню, такие раньше в детстве были. Открываешь, а там... ну, такая 3D-картинка. Очень эпично было. Ладно, закроем. По оформлению, по краскам, блин, мне она вроде как сначала неплохо. Не смог выразить. Ладно, давайте уже, хватит тупить. Так, новая задача. Квест «Восстановление города». Описание. Война не пощадила ничего, и даже ваши... Никогда процветающий местный без твердой руки правителя запустило. Но мы быстро все вернем на прежний уровень. Итак, твоим первым заданием будет восстановить разрушенный замок. Тапни по месту, подсвеченному на карте города, нажмите «Восстановить». Так, много всяких ресурсов. Хорошо. Ну, вроде так, по оформлению ничего. Получить вознаграждение, да, давайте получим вознаграждение, окей. Квест снабжение превыше всего, описание. А, ты делаешь успехи, надеюсь, скоро у нас найдется минутка, чтобы пообщаться наедине. О, я только за... Но сейчас ресурсы требуют места для хранения, иначе предприимчивые крестьяне быстро растащат их по своим домам. Следующее задание, построить склад и улучшить его до 3-го уровня. Хорошо. Давайте вот тут построим склад. Я думаю, это будет подходящее место. Ну, потому что стрелка показывала. Так, склад. Сохранить свои добытые ресурсы. Следите за уровень склада, чтобы он не переполнялся. Хорошо, давайте улучшим. Ускорим. Ускорим. Хорошо. Good. Так, по 5000 всего можно. Тут еда и порох, и железо, и камень, и дерево. Давайте опять улучшим до 2-го уровня, да. Да, ускорим, окей. И... Так, о, уже по 8000. Я хочу еще раз улучшить. Ускорим. Да, да, да. Круто. Теперь у меня склад 3-го уровня. Квест управления. Описание. Мы наняли отличных управляющих, но им совершенно неким управлять. Нам нужно построить жилые кварталы, чтобы вернуть население в ваш Фиат. А задача построить жилые кварталы и улучшить их до 2-го уровня. Так, ну хорошо, пороха, правда, нету. Очень, очень плохо. Так, хорошо, давайте построим. Улучшим до 2-го уровня, ускорим. Да. Good. Так, уровень 1, количество рабочих 100, лесорубов, рыболовов, хлеба. Робы, безработники, кузнецы и камнеломщики. И все они... пожилые дедушки с бородой. Вот такое вот наше население. Я не знал, как они будут размножаться. На что способны дедушки? Хотя, кто его знает, на что они способны. Так, тут люди общаются, смотрите. Всем привет. Давайте поздравимся. Всем привет, я снимаю видео на YouTube. Можете скоро ознакомиться. На YouTube можете скоро ознакомиться. Смотрите, все поздоровались, кстати, много кто в нее играет. Так, ладно. По крайней мере, 2 человека со мной поздоровались. Отлично. Ух ты, смотрите, там какое-то войско идет. Можно просто понаблюдать, что они делают. А тут какая-то, смотрите, энергия, смотрите, прям молния такая, электричество.
А, вот он, шаман какой-то колдует. Так, ладно, надо улучшить до второго опыта. До второго опыта. До второго уровня. Давайте. Ускорим. У меня пока кристалл, по-моему, уже имеется. Хорошо, квест управления. Описание. Мы наняли отличных управляющих. А, ну вот я с этим справился. Вот, квест ресурсные здания. Итак, теперь мы можем отстроить заново разрушенные ресурсы здания. Улучшить. А, сдачу улучшить лесопилку, ферму, камнеломню, железный рудник, рыбачью бухту до второго уровня. Давайте улучшим. Для этого нам надо хотя бы построить. Построить и улучшить. Хотя, я думаю, 50 секунд мы подождем. Улучшать не будем. Будем пока что только строить. Построить. Улучшить. Окей. Построим, улучшим. Построим, улучшим. Превышен лимит одновременных построек. А, надо дождаться, пока нам построят первые два здания, а потом остальные мы построим. Вот. Что еще можно тут посмотреть? Так, это мой замок. Можно на него нажать. И тут показывается так, игрок Дариди. Вот у меня первый уровень. Титул джентльмен. Город Сити 139-28. Координаты. Так, что тут еще у нас есть? А, таверна тут есть. Можно ставку делать. Играть с другими играми в кости. Время ожидания соперника 25 секунд. Победитель выигрывает ставку противника. Давайте сыграем на 5. 5 это, я думаю, нормально. Давайте на 2 сыграем. Начать игру. Не хочет, к сожалению. Почему-то не хочет играть. Может быть, в другой раз. Так, есть какой-то фонтан. Одно желание мне. Давайте попробуем нажать. И мы получили с вами. Ну, когда же ты остановишься-то? 500 каких-то гномов. Я не знаю, кто это. Так. Давайте построим рыболовню. Я думаю, мы дождемся строительства. Я думаю, вот это мы ускорим и с вами построим еще одну. Два здания, я думаю, они быстро построятся. А теперь надо второго уровня улучшить. Ну хорошо, давайте. Одновременных построек лимит превышен. Ну понятно. То есть, когда они достроятся, тогда можно будет с вами. И кстати, у меня также 1000 кристалл. Вот я улучшал. В принципе, я думаю, можно улучшать. За это пока что не снимают, мне так кажется. Давайте улучшать. Наша задача до второго уровня всех развить. Окей, это железный рудник. Сделали. Так, каменоломню. Сделали. Отлично. Потом лесопилка. Ускорим. Отлично. А, вот еще у меня осталось. Ферма. Ускорим. Ну, такие однообразные здания выполняем и проходим с вами квесты, развиваемся. То есть дальше должно быть все интереснее, интереснее. Так, это мы сделали, забираем свои ресурсы. Следующий квест. Торговля, двигатель, прогресс. Описание. Рынок позволит торговать излишками ресурсов и покупать те, в которых испытываешь острую необходимость. Задача построить здание рынка и улучшить его до второго опыта. Давайте построим. Так, рынок. Нужно построить рынок. Обменивайтесь ресурсами с другими игроками, продавайте ресурсы и получайте золото. Успешная торговля – залог экономического успеха. Хорошо. Давайте ускорим. Пока что это, мне кажется, все бесплатно. Так, теперь я могу менять количество 2000, сумма 20 тысяч.
Цена за 10 единиц. Так, можно, я могу дерево покупать. Тут одно почему-то дерево. А продать я могу все, что угодно. Золото могу продать. Давайте, давайте железо продадим. Так, цена единицы, одна единица. Вот сколько денег. Давайте 4 единицы продадим за 1200. Круто. Можно свои приложения сделать. Возьмем количество 300 железа за 1200. Ну, хорошо. Так, действие предмета, защищенное поле недели. А, это предмет мне дает. То есть, на одну неделю защищенное поле. Также экономии пищи 80%. Так, мне стрелочку показывает, что нужно церковь построить. Давайте построим церковь. Улучшаем его. Ее. Так, церковь, первый уровень. Благословение. 12 часов рабочий день на ферме. 12 часов рабочий день на гавани. 12 часов рабочий день на каменоломне. Также исцеление есть. Список пуст. Воскрешение. Тоже пуст. Так, ну давайте улучшим. Нам, я думаю, нам надо церковь нашу улучшить. И еще раз, давайте еще раз улучшим. Окей. Нет, второго, уже третьего уровня церковь. Че, неужто еще надо улучшать? Давайте. А, рынок же надо было улучшить, а мы церковь улучшали. Ну, в принципе, ничего страшного. Наоборот, даже очень хорошо. Так, задачу выполнили. Квест «Военные силы». Описание. Превосходство. Мы навели порядок в нашем городе. Но ты же не думал оставить крестьян без защиты. Я уверен, что ты позаботишься о них. Задача — построить казарму и нанять 100 крестоносцев. Давайте, это уже будет интересно. Наконец-то пошли военные действия. Так, улучшаем казарму нашу. Ускоряем. Ускоряем. Давайте еще раз улучшим. А, вот, мне разведчиков 500 дали. Давайте крестоносцев обучим. Сколько? Наша задача 100 крестоносцев. Обучить, ну, давайте 100 и сделаем. 30 минут нам требуется. Ресурсы у меня есть. Так, все, я сделал военный квест. Получил вознаграждение. Новая задача, квест, разберемся с беспорядками. Жители твоего города жалуются на частые нападения разбойников по ночам. Нужно остановить это безобразие. Задача — атаковать лагерь разбойников первого уровня. Перейдите на карту с регионом. Давайте ускорим. Я думаю, еще раз улучшим. А, тут внизу есть такая строка. То есть у нас есть почта. Список дел. Сохраненные. Квесты вот тут у нас отображаются. Ежедневные. Альянс, развитие. Также есть магазин. Тут нужно будет что-нибудь покупать с вами. Друзья, ранги, столица, деревни, поиск. Я думаю, нам в деревне, наверное, надо посмотреть. Так, ну какая моя задача-то? Мне надо на карту перейти, поиск. Тут много всяких. Смотрите, побережье, темная земля. Искать. Можно конкретно кого-нибудь найти, я так полагаю. Вот всякие деревушки. Так. Ну, не знаю, как к ним заходить. Есть город. Можно город с вами посмотреть. А есть, чтобы мир посмотреть. Так, квест «Разберемся с беспорядками». Жители твоего города жалуются на частые нападения разбойников по ночам. Нужно остановить это безобразие. Задача — атаковать лагерь разбойников первого уровня. Перейдите на карту региона. Я вижу карту мира. А, вот карта региона. Вот она, задача наша. Давайте нападем. Отправлю
Сколько рыцарей можно отправить? Я думаю, мы не... Ну так, я думаю, хватит. Окей. Можно всякие покупать бустеры, купить и использовать. Увеличить силу атаки кавалерии на 20%. Хорошо, давайте отправим. Воск успешно отправлены. Получили вознаграждение. Новая задача — квест «Оборона. Залог нападения». Описание. Ты молодец, я горжусь твоими успехами. Теперь разбойники еще долго не будут беспокоить мирных жителей, но нам нужно защитить себя от таких посяганий в будущем. Задача — построить стену. Так, ну вот, мы разобрались с разбойниками. Тут такая вот анимация. Так, переходим в город. Квест был выполнен. Теперь надо будет построить стену. Хорошо, строим стену. Ну, вот такие вот задачи делаем, выполняем. И постепенно с вами проходим игрушку. Квест дипломатия. Так, ты уже научился всему, что нужно для успешного управления городом. Но войну не выиграть в одиночку. Заручись, поддержка других игроков. Задача — построить посольство. Сначала давайте улучшим стену. И теперь построим посольство. Я думаю, на этом мы закончим. А, поскольку войну не выиграть в одиночку, построить посольство, чтобы выступать в альянс и кланы. Так, я же нажимаю. Построить. Окей. Можно ускорить, можно не ускорять. Давайте ускорим, ускорим. Соберем вознаграждение, окей. Создать альянс, поиск альянса. Можно создать свой альянс. Назвать можно. Присоединиться к другому альянсу, какой-нибудь, допустим, круглый стол. Круглый стол. Ого, вперед, наша цель — объединить все столицы. Хорошо, отправили заявку. Такая, ребят, вот игрушка. Вот, всем, кому понравилось видео, обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте палец вверх, и впереди нас ждет продолжение. Пока что, я думаю, на этом можно закончить с вами. Так что, если вам понравилось видео, можете найти это в игрушке. Вот, я могу показать, как она называется. Вот, сверху слева будет Royal Wars, как-то так. Вот, и подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, я уже говорил же это, да? Вот, и мне будет очень приятно, и... Буду снимать много летсплеев на всякие приложения ВКонтакте, ведь канал этому и посвящен. А пока что всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока.